Я обожаю вас. Я за тебя рада. Она же пишет. А они, наверное, решение принимали вместе с женой еще. Настя, вообще ничего не происходит. Просто сзади стена, 50 человек и лайкают. Ты слышишь? Да. Просто стена, 60 человек и лайки, вы чё? Там даже ничего не происходит, там даже шмотки висят. А знаете, что у меня есть? Сейчас тебе покажу. Что это такое? Ого! Я даже не видала. Целый пакет, какой? Целый мешок протеиновых чипсов. Protein Bites. Вы представляете? У меня ж банки будут, как на штуке. Ну чё, ставим лайки? Тут наткнулась на какого-то чувака, Тёма Барк. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь его видел? Видел кто-нибудь? Протеиновое пиво. Да уже это старая байка, нету протеинового пива. Пивной живот есть, а протеинового пива нету. Настя, смотри, какая у меня прическа на голове. Handmade. Видела. Это просто трэш. Посмотрите его в перископе, этого Тёму Бар. Я вообще без комментариев. Настя, откуда столько чипсов? У меня Илюха спортивным питанием занимается. Как вам мои маленькие ягодички? Смотри, какая она маленькая, Настя. Мне кажется, не такие икры, как у тебя. Ну-ка, покажи мне икры. Ну да, не такие сердечки, как у тебя. Почему Настя все время в телефоне? Она пост писала вообще. Выиграла в Геоне. Мы где-то закупаем. Мы сотрудничаем с Магазом. Вы крутые. Ставьте лайки. У меня просто нет музыки, чтобы станцевать. Вот это. Это, как Леди Гага, знаешь, танцует? Что-то там. Ой, я из меня танцор говно, видимо. Куда ты пошла? Я сейчас короче сделать. Настя, как вы схожи с Николь Кидман. Кстати, она мне вообще не нравится никак. Я ей говорю, что... Можно просто к вам, я хочу поугарать. Да мы, на самом деле, у нас серьезные важные дела. У меня такой фонтан на башке. Hello! Настюха, сейчас ты угарит. My name is Nastya, I'm sportswoman. Мне кажется, две это чашки кофе сказали. Слушай, точно, мы выпили две чашки кофе, которые заказывают через Настюхиных знакомых, там тренеров, с ароматизаторами. Баварский шоколад, ирландский крем, и, видимо, они нас поперли просто уже. У нас через край верки пошли. Как моя рука. Та-да! Та-да! Вот так вот не поднимается. Вот эти два пальца никак не поднимаются. Ух, сколько лайков! А расскажите мне, пожалуйста, почему на других трансляциях такие лайки крутые? Типа 2016, звездочки, елочки. Почему у меня таких нету? Что это за фигня? Жаль, что руку невозможно протянуть, я бы пощупал вашу попу. Не пощупал бы. В соседней комнате Илюшка. Хэштеги ставить надо. Блин, расскажите мне, как это делать. Специальный. Сноу. Прикольно. А как ставить хэштеги? Вообще. Вы посмотрите этого качка. Она же на стероидах. Она же на анаболиках. Тебе тоже можно снимать видюхи такие с бицухами. Настюх, на видео послезавтра снимать. Давай это займемся уже. Snowflakes, название трансы. Межгиря уже же какой ест? Сейчас никакой. Никакой не ест. Икру сейчас ест. Мои глаза. Лазерная эпиляция помогает только через 5-7 процедур, а не сразу. Блин, у меня нет бровей, я забыла. Бровей не могу. 100. Ровно 100.
I'll take you to the candy shop. I'll relax a lollipop. Don't hear, girl, don't you stop.